Друзья, всех рад приветствовать. Мы находимся на Радмире. Криминальная Россия сервер номер один. И криминальная Россия привела нас к тому, что на сегодняшний день мы являемся владельцами данного особняка. Хотя не документально, ведь на самом деле по документам он принадлежит лидеру итальянской мафии Дону Корлеоне, который на сегодняшний день находится в розыске. И он уже пытается получить эти документы, чтобы продать этот особняк. Кто не смотрел прошлую серию, каким образом он пытался получить эти документы, обязательно посмотрите, потому что он прислал какого-то человека, который должен был вынести сейф с этими документами. В общем, этот человек, босс пробил его, оказался некий Алексей Панин. Мы узнали, что это за человек, да, что он из себя представляет, и выяснили, что это просто какой-то районный дворовой бандит, которого нанял Дон Корлеоне непосредственно для того, чтобы украсть сейф. В этот момент мы тогда их и застали. Кто не смотрел, еще раз говорю, позапрошлую серию, обязательно посмотрите, как мы их застали, этих бандитов. И в конечном итоге здесь было четверо трупов. Но вот этот Алексей Панин во главе этих бандитов, его здесь не было в тот момент, он приехал уже после и требовал от нас сейф. Мы сейф ему дали, но в сейф положили не документы, а шляпу, которую, собственно, Дон и увидел. И чуть не застрелил Панина в прошлый раз, друзья. Но сейчас у нас есть и охрана. Панин, вернее, Дон Ган сюда не сунется. Да и Панин, я думаю, тоже сюда не сунется. Пока что мы под защитой. И таким образом мы обманули Дона Корлеоне. И сегодня я готов принимать, в конце концов, уже наших гостей. Потому что они сегодня будут заселяться, выбирать, так сказать, комнаты, да. Кстати говоря, друзья, я говорил в прошлый раз, что этот особняк будет принадлежать не мне. Пока документов не будет на меня, а я думаю, их еще долго не будет, особняк будет принадлежать Мухтару. Он здесь будет главный. Да, это собака. Она здесь будет охранять. Она охраняет и этот дом. Она охраняет и двор. Двор тоже хорошо охраняется бойцами русской мафии, которых Иваньков рано или поздно заберет. Он сказал, нанимай своих бойцов, деньги у тебя есть, особняк есть, пожалуйста, нанимай, потому что своих ребят я после заберу. Так, где Мухтар? Где главный охранник этого особняка? Что-то где-то будет, но все-таки это животное, это собака, вы понимаете, да? То есть по запаху там что-то услышал, где-то сразу же залаял. Мы знаем, что кто-то пришел. Это самое главное. Где Мухтарчик? Ты не видел случайно Мухтарчика? Мухтарчик? Эй, ты Мухтарчика не видел? Куда дворняга подевалась? Мухтарчик! Мухтарчик, куда пропал? Что-то его вообще нету. Может, на заднем дворе гуляет? Где в последний раз был? Не выбегал? Может быть, видел? Я понимаю, что да, действительно, друзья, у нас территория большая. Видел, как он выбегал? Где-то здесь, в лесу гуляет. А, в лесу? Ну ты, Мухтарчик, ну что тебе, ну реально, мало что ли территории? Что ты в этом лесу забыл? Конечно, здесь тоже интересно, понятное дело. Но я его ни хрена не вижу. Пустота. Не, он бы так далеко не отбегал бы. Мухтар не глупая собака, он бы так далеко не отбегал. Что-то я не вижу его. Где он в лесу гуляет? Лес-то большой здесь на самом деле. Опасно уходить. Надо вообще за ворота его не пускать. Надо закрыть ворота, самое главное. Ладно, не переживайте. Не переживайте, сейчас найдем. У нас есть, кстати, камеры. Мы сейчас по камерам просто посмотрим, где он, убедимся, что с ним все хорошо. Мухтарчик себя в обиду не даст. Вы эту собаку знаете, тем более, когда собака является вором в законе, здесь становится все понятно, все на свои места. Так, у нас есть камеры видеонаблюдения, мы сейчас по ним, друзья, и определим. Так, нашел я, друзья, этот момент. Вот у нас гуляет Мухтарчик по двору, было совсем недавно, подбегает к охране. Охрана никак не реагирует, правильно делает, поскольку у охраны свои задачи, отвлекаться ни в коем случае не нужно. Мухтарчик побежал в сторону ворот, приближаем. И мы видим, что охрана о чем-то спорит. Мухтарчик пробегает через ворота. Давайте переключимся на вторую камеру. Посмотрим, что на ней. Мухтарчик действительно выбежал в сторону леса. Тем временем я вижу какой-то автомобиль. BMW черного цвета подъезжает. Выходят три человека. Панин! Панин, черт возьми! Что вы делаете? Целитесь в собаку? В беззащитное животное? Они угрожают собаке. Мухтарчик, держись. Только главное не кусай их. Они тебя застрелят. Только не кусай, что он будет делать? Главное, чтобы не били собаку. Садиться! Они его посадили, он понял, походу. Походу понял, что его застрелить могут. Это похищение! Это похищение собаки, они ее увезли! Они увезли Мухтарчика. Панин, какого черта? Еще и сообщниками какими-то. Ты посмотри, какой хитрый, а, настырный. Вроде бы документы сейфом не удалось угнать, так он собак ворует. Друзья, Панин украл собаку. Это настоящее похищение. Это уголовное дело, в конце концов. Он реально похитил собаку. Ну зачем так делать? Мы знаем, что Панин
общается с Доном Корлеоне. Ну куда он? Зачем вообще Панину собака? Вопрос, да? Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с Доном Корлеоне. Не хотел я ему звонить. Я вообще думал, друзья, что Дон Корлеоне непосредственно сам мне позвонит после того, как он увидел шляпу в сейфе. Но при этом никаких звонков не было. Ладно, я позвоню. Ладно, я готов. Я готов позвонить Дону Корлеоне. Лично это сделаю, господа. Но только ради Мухтара. Вот и все. Исключительно ради Мухтара я это сделаю. Главное, чтобы с Мухтарчиком было все хорошо. О, приветствую, уважаемый. О, вот видишь. А ты наверняка думал, что я тебе буду звонить. Я знаю, почему ты позвонил. Можешь не говорить. Кстати, твой пес довольно прожорливый. И он будет так же хорошо кушать, если ты будешь послушно себя вести. Ты знаешь, что мне нужно. И это я меняю на твоего шерстяного друга. Послушай, Дон, ты действительно считаешь, что я на кусок какой-то шерсти буду менять документы на особняк? Ну, да. Ладно. Ладно. Ладно, ты прав. Ладно, ты прав. Хорошо, но я хочу убедиться, что с ним все в порядке. Может быть, вы вообще уже с этой собакой расправились? К сожалению, я не могу тебе это устроить. Не хочу раскрывать место, где я. Дон Корлеоне, да я... Послушай, я знаю, что ты у японцев. Давным-давно... Давай вот только без этих вот секретиков. Я все это знаю. Дон, вот серьезно, да? А мы вчера проследили за Паниным, Алексеем, уважаемым? А вот так. Я знаю, где ты. И не надо удивляться. Это логично, как минимум. Куда бы ты еще поехал, Дон Корлеоне? Я все знаю, как ты видишь. И шляпа в тому доказательство в сейфе. В таком... В случае странно, что я не вижу здесь штурмгруппу. Друзья, а я ее организовываю. Я организовываю эту штурмгруппу, но похищение собаки не входило в наши планы. Я хотел использовать и военных, и русскую мафию, и полицию. Мы бы окружили полностью этот особняк вместе с японцами. Потому что там прячется конкретно человек, который находится в федеральном розыске. Я знаю, что у тебя... Если хоть одна полицейская машина тут будет, пес умрет. Ладно, в таком случае приезжай сюда. Тебя не тронут, не бойся. Главное, чтобы ты приехал один и выполнял все условия. Тут-то я тебе и скажу, что будем делать дальше. Ладно, хорошо, Дон, хорошо, я тебя понял. Посмотри, я один должен приехать, рискуя жизнью, к особняку японской мафии. Это его люди, походу, звонят. Да, я слушаю. Мне уже Дон все объяснил, если что. Когда ролик? Завтра. Можно поучаствовать. Да. А когда готовиться? Сейчас. Ты где? Будешь охраной японской мафии у ворот. Хорошо, я во дворще итальянской. Окей, устроим. В общем, сейчас нам... Да господи, еще один. Да, я слушаю внимательно. Привет, можно поучаствовать? Да, почему бы и нет? Можно. Где ждать? У ворот... Японской мафии. А сможешь, пожалуйста, дать кокоято акс? Или деньги? Да. Как только поучаствуешь. На КВ собираю. Ладно, я жду тут. Окей. Поговорили, друзья. И хватит. В таком случае, друзья,
Поедем! Поедем спасать Мухтара, а что еще делать? Но он по-хитрому поступил. Он решил по телефону не сообщать обо всех подробностях, но мы, друзья, на самом деле в очень сложном положении находимся, потому что эти люди из криминального мира, которые готовы легко убить человека, а уж поверьте, на собаку им делов там вообще. Для них животное убить, мне кажется, это проще простого. Поэтому мы сейчас не уберегли Мухтара, которого похитили в наглую. И пес умный, он понял, что если он сейчас не сядет в машину, да, то в таком случае, нигде нет. Я уже знаю, где он, Что если он не сядет, его застрелят. То есть пес реально умный. И по сути, ну, ему пришлось сесть в машину. Ничего, Мухтарчик. Мы приедем, мы тебя спасем. Еду один, друзья, рисковать приходится, но поверьте мне, если что, босс в курсе всех событий, и он знает, где меня искать. Главное, чтобы сейчас не похитили меня. 5 minutes later. Он ведь по факту и меня может так же легко взять в заложники. И я буду там сидеть вместе с Мухтаром. Но опять же, зачем я ему без документов? У меня тоже есть условия, друзья. Да, обмен-то мы будем совершать непосредственно на документы. И опять же, конечно, он может за счет документов продать особняк. И нас реально по закону могут оттуда выгнать впоследствии. Поэтому все-таки нужно обдумать этот план. Сейчас посмотрим, что вообще нам непосредственно предложит Дон Корлеоне. Возможно, мы непосредственно в эту же минуту обмена его и возьмем в заложники. Такое тоже может быть. Здравствуйте, я к Дону. Я к Дону приехал. Могу проехать? Хотя Дон находится у вас в гостях все-таки. Поэтому, наверное, эй, потише. Вы че гранатометом целитесь? Нас здесь не будет, если вы выстрелите. Посмотрите. Это противотанковые гранатометы. Они разорвут любую машину. Все, спокойно. Спокойно будьте. Бойцы, все, тише, тише, тише. Все, проезжаем. Ох, ё-моё. Вижу Дона. Вижу Дона, господа. Все, все, все. Проезжаю. Проезжаю. Все, тормозим. Как ты и хотел, Дон. Надеюсь. Я от тебя сейчас никаких шуток не увижу. И ты не будешь сейчас что-то исполнять неизвестное. Да, Дон, не ожидал тебя увидеть вблизи в ближайшее время. Только в тюрьме, честно говоря. Но он сейчас перед моим лицом. Ну, ты же понимаешь, Дон, что нам не о чем говорить до тех пор, пока я не увижу пса. Полковник, не переживай ты так. Он уже давно на небесах. Что? Дон, ты что такое несешь? Какого хрена ты сейчас сказал? Ты понимаешь, что я сейчас делаю с тобой? Спокойно, спокойно. Я ведь не шучу. Сейчас посмотри наверх сам. Что? Дон, неужели ты хочешь сказать, что ты его подвесил? Ну ты что, ну это уже издевательство над животными. Он же боится. Мухтарчик, Мухтарчик, я не вижу его. О, вижу, по-моему там, А это кто у нас сидит? Это кто сидит, друзья, узнали? Это как раз таки тот, кто и похитил собаку. По поручению Дона, ладно, я его не виню. Это по поручению Дона было. Мухтарчик, ты меня видишь? Мухтарчик, привет, живой? Живой, живой, вижу, бегает. Кошмар, на такую высоту, посмотрите. На кран просто подвесили. На огромную высоту его. Ну, Дон. Ну, Дон, зачем же ты так издеваешься? Ладно. Главное, Мухтар живой. Охренеть, вот это, конечно, высота огромная. Если реально, мало ли, оборвется, то Мухтар погиб. Ну, зачем ты так? Дон, это же издевательство над животными. Ты понимаешь, что ты делаешь? Зачем ты его вообще туда подвесил? Ты посмотри, какая высота. У собаки стресс будет, она боится. Это какая высота огромная, друзья. Как небоскреб, блин. Одно неверное движение на твоем пути, и трос оборвется. Я тебя понял. Я понял, хорошо. Что нужно делать в таком случае? Завтра я навсегда исчезну отсюда. И ты меня больше никогда не увидишь. Но ты мне должен помочь в этом непростом деле. Завтра в 15:00 приезжай на дрифт-трассу. Там тебя будут ждать. Понял. Дрифт-трасса. 15:00. Ты получишь дальнейшие указания. Хорошо. Хорошо, все, договорились. Только
Пожалуйста, без шуток. Без шуток только. Обращайтесь с ним нормально. Вы еду там положили хотя бы ему? Все, давай, Дон, я понял. Завтра 15.00, все, без шуток. Не буду ничего придумывать. Потому что, ну реально, они ее застрелят. Они собаку просто убьют. И не думай о штурме. Удачи. Все, понял. Давай. Я понял. Так, завтра 15.00. Я, друзья, не знаю, что за игру затеял Дон. И документы на особняк не забудь. Разумеется. Он документы хочет получить. Документы. В обмен на собаку. Все, пацаны, уезжаю. Никаких проблем. Тихо. Спокойно. Спокойно. Я просто уеду. Все, я просто уеду. Бедный пёсель. Он там в клетке, господа. Мухтарчик, мы спасем тебя. Где ты? Не вижу тебя. Ладно, мы его спасем, друзья. Завтра все завершится. Я надеюсь. Ну, Дон и так взорвал мой дом, в конце концов. Зачем ему убивать собаку? Посмотрим, что будет завтра, друзья. Я напоминаю, что все эти ужасные события происходят на первом сервере Радмира Криминальная Россия. Если вы еще не здесь, ссылочка в описании есть, обязательно приходите. И не забывайте в игре нажимать кнопочку М. Далее спускайтесь вниз, активировать код и в промокод вписываете Макс Дип большими буквами. По достижении 4 уровня получите от меня денежку. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи и всем пока. Пока.